Сегодня в 7:00 утра на улице Ручейной, что в поселке Мичуринском, являющемся неотъемлемой частью нового академического района Екатеринбурга, а раньше-то был приписан к Верхосецкому, приключился замес с побегом. Очевидец в сообществе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что некая «Мазда», пилотируемая неким явно неадекватным типом, то ли бухим, то ли под чем-то, налетела на запаркованный Hyundai Solaris 2016 года выпуска, приписанный каршерингу Делимобиль, и тентованную газельку. То есть грузовичок изначально тоже стоял на краю дороги, но был вытолкан на трассу неадекватным Маздаем, который после двойного удара посидел, покачал головой, да и удрал с места ДТП, подписавшись под административку, ну, одну-то как минимум. В каршеринг сначала и в газельку. Въехала вот в этот каршеринг и вот в эту газель. Сдала задом, тем самым ее выкатила на проезжую площадь и укатила вам в ту сторону. Время 6:43 утра.